Что-то опять про Зюганова. А зачем этого Зюганова-то вы тут обсуждаете? Нафиг он нужен? Тут еще этого Зюганова обсуждать. Человек живет, кайфует, да, там, при Путине дети пристроены, внуки пристроены, как бы... Нормально все у него в порядке, да, то есть особо сильно вожди там его не парят во сне, да, Ленин не приходит, не грозит ему пальчиком, ах ты, сука, ренегат, ах ты там, Маркс с Энгельсом не называют его оппортунистом, видите, все прекрасно у этого человека, так что что его, он настоящий оппортунист, как вот. Ильич писал про оппортунистов. Вот это и есть Зюганов. Настоящий оппортунист, который делает вид, что он там весь в коммунистической идее, а сам пользуется всеми благами от этой власти. Очень хорошо с ней в засос целуется и все такое прочее. Вот опять это Скачко в очко. Иди в очко, блядь. Ну тебя нафиг. Прям вот замучил ты со своим Зюгановым. Зюганов не оппортунист, а гнида путинская. Ну, неправильно выражайте. То есть, если вы считаете, что он предал идеи, то он тогда ренегат. Ну, ренегат это тот, кто открыто предает, понимаете? А он именно оппортунист. То есть, тот, который делает вид, что нет, он коммунист, он в партии, он там все ура, там какие-то речи пламенные говорит, а сам пользуется от власти всем, чем можно, и прекрасно себя чувствует, и ничего не хочет менять, самое главное. Такие вот дела.